Всем привет! Хочу сегодня сделать обзор велосипеда электрофэтбайка с AliExpress. Хочу сказать, что была сумочка под контроллер. Сейчас покажу, какая. Вот такая сумочка была под контроллер. Она висела вот здесь. Но так как контроллер в этой сумочке перегревался, и провода там начали кое-где подплавливаться, я вынес контроллер вот сюда, под багажник. Заказал с AliExpress тоже багажник и установил под багажник контроллер. И все провода теперь обдуваются. Такой вариант мне понравился больше. Аккумулятор висел на рулю. Вот здесь. Но руль очень тяжело поворачивался. Тоже было придумано перенести его на багажник. Это облегчило поворот руля. И стало довольно-таки комфортно ездить. Руль чуть-чуть приподнял штоком, тоже заказанным с AliExpress, оставлю ссылочки на все. Руль приподнялся и стало намного удобнее ездить. Щитки тоже заказал с AliExpress, потому что пластиковые щитки были неудобные. Они все тряслись, болтались, и из-под них вылетала грязь. Заказал металлический с AliExpress. Стало намного комфортней. Конечно, показывать сейчас в грязь не могу. Сейчас у нас завалило все снегом. Вот, и можно, наверное, протестировать это все в снегу, как это будет. Попробовать проехать. Специальных камер у меня, конечно, нет. Снимаю на телефон. Вот, сегодня протестируем, как он проезжает по снегу. И на все оставлю ссылочки. Заказал подседельный штырь, потому что здесь нету заднего амортизатора. И заказал подседельный штырь амортизационный. Довольно-таки хорошо работает, кочки отрабатывает. Велосипед летом разгонял. Едет он до 50 километров. Где-то даже 52 бывает, но это с бугра. А так по асфальту 50 километров едет. В принципе, этого достаточно. Двигатель 2-киловаттный. Можно бы было при желании заменить контроллер с 48 на 58, тогда скорость увеличится до 65 километров. Но мне это не нужно. Может быть, когда-то в будущем сломается, и я об этом подумаю. Двигатель до 60 вольт. Аккумулятор 20 ампер часов. Ну все, сейчас попробуем проехаться. Посмотрим, как он будет себя вести по снегу. Еще в снег я сам ни разу не выезжал. Да. Так, зарядное устройство было вот такое вот в Китае. Вместе шло с велосипеда. Заряжается вот здесь. Ну, так как велосипед уже заряжен, он горит зеленым. Здесь довольно-таки удобно все застегивается.
Хотелось бы сказать, что ножка очень прочная, не такая, как на обычных велосипедах. Педали. Педали купил новые сразу, потому что те скрипели с первого дня. Очень плохие были педали. Я их выкинул, короче, не могу даже показать, какие были. Пластмассовые, черные, какие-то обычные. Вот. Бутылочку тоже пришлось заказать с Китая с креплением, потому что на велосипеде крепление было такое, ну, плохое. Вываливалась бутылочка на скорости на кочках. Вот, ну давайте попробуем выехать, посмотрим, как он будет вести себя в снегу. Сейчас я попробую здесь. Ну, довольно-таки мощно рвет из-под себя. Лето пробовал по песку, песок проходит совсем замечательно. Пойдем попробуем вон там по огороду. Я ж пока дотопала. Зима у нас удалась, снегу навалило довольно-таки много. Ну, сантиметров, наверное, 25, местами 30. Ну, попробую, проеду по огородам. Огород у нас неровный, ну, снегу тут достаточно, чтобы проверить. Хочу сказать, что довольно-таки мощный велосипед и очень хорошо проходит глубокие препятствия. Конечно, если бы ехать прямо только по сугробу, он бы ехал лучше. Но когда начинаешь поворачивать, начинает заносить. Если ехать прямо, он попрет, мне кажется, по глубокому снегу. Сейчас здесь снег сантиметров 30-40 местами, и, как говорится, он едет довольно-таки нормально. В общем, мне велосипед понравился. Советую к заказу. Единственное, что очень долгая доставка. Мне шел он 3,5 месяца. Но это того стоит. Цена 48 тысяч я отдал. Ну, плюс еще все навесы на велосипед. Это я на них отдельно ссылочку сделаю под видео. Сейчас еще раз проедем чуть-чуть вон на бугор, с бугра по дороге. Хочу сказать, что мощности у него хватает. Мне по лесу до родителей ехать 7 километров. Мне хватает проехать туда-сюда два раза. То есть примерно на 28 километров.
хватает заряда. Ну, это более чем достаточно, потому что дорога лесная, песок и корни. Ну, в общем, по асфальту я его особо не испытывал. Так, может быть, километров 5-6. Далеко по асфальту не ездил. Я думаю, в следующем году испытаю. Он пришел ко мне, как раз я думаю, что нужно было бы все менять. И из-за этого пока дозаказал, пока все пришло. И вот только не так давно пришли щитки, бутылочка. Ну, в общем, когда все дошло, и я решил сделать обзор. Ну, как раз уже зима наступила. Хочу сказать, что хороший велосипед, он того стоит. Заказывал за 48 тысяч, потом он чуть-чуть подорожал. В общем, ссылочку я на него оставлю. Все, всем пока, советую покупки.